Поздравления, цветы и, конечно же, долгожданные ключи от новой квартиры. Анна жила со своими приемными родителями 6 лет и за все им благодарна. Сейчас ей 19, и девушка с нетерпением ждет переезда, чтобы обустроить свое новое жилье. Вот. На самом деле я очень безумно рада, то, что мне выдали квартиру, потому что это как большая часть жизни у человека уходит на ее покупку. А тут вот такой вот сюрприз. Вот. Новый этап в жизни ребят наступил как раз перед Новым годом. Глава муниципалитета Андрей Иванов вручил ключи от квартир 10 детям-сиротам, которые достигли совершеннолетия, и поздравил с новосельем. Вы уже можете сами строить свое будущее, создавать семью. Квартира – это такая прям уверенная почва под ногами. И мне кажется, очень здорово, что этот момент у вас происходит в преддверии Нового года. Новоселы получили квартиру в микрорайоне Восточный, Звенигороде, в жилом комплексе «Высокие жаворонки» в Малых Веземах, а также в Голицыне. В этот торжественный день ребята поделились своими эмоциями. Радость, неимоверное счастье. Если честно, пока страшно переезжать от родителей, поэтому думаю, что с переездом по времени пока. Но в целом, конечно, только положительные эмоции. В этом году в Одинцовском округе по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева жильем обеспечены 27 детей-сирот. Еще двое получат ключи от квартир перед новогодними праздниками. Екатерина Крамер, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».